это дробленый какао-боб обжаренный. Мы используем два вида какао-бобов из Ганы и из Кот-д'Ивуара. Какао-бобы – основа любого шоколада. Эти произрастают в Африке и считаются лучшими в мире. В Хабаровск бобы приезжают из Франции или Голландии уже дробленными и обжаренными. Дальше к бобам, в зависимости от вкуса, добавляют другие добавки. Мадагаскарский ванилин и тростниковый сахар, итальянский кофе. И процесс пошел. Все ингредиенты для шоколада перемешиваются в этих жерновах. Вот, например, темный шоколад. Его перемешивают 2 раза по 11 часов. Процесс прерваться не должен, иначе шоколад кристаллизуется и получится вот таким твердым, как свинец. Мини-шоколадную фабрику держат Дмитрий и Ольга Миховщиковы. По профессии оба экономисты. Заниматься разработкой натурального шоколада пара начала 5 лет назад. Подтолкнули к этому свои же дети, у которых была аллергия на добавки в шоколаде других производителей. Технологию производства изучали в интернете. Взяли все лучшее и даже оформили патент на торговую марку. Мы живем на Амурском бульваре и гуляем на Амурском бульваре. Дети катаются на роликах, на велосипедах, все прогуливаются. И у нас вот, увидели, когда построили вот этот памятник, и решили, что он и будет нашим. В шоколаде Дмитрия и Ольги Миховщиковых нет эмульгаторов. За счет этого 100-граммовая плитка стоит дорого. Разбогатеть на сладком бизнесе пока не удалось. Работают за идею. Мы не используем разливочные линии, хотя могли бы их здесь поставить, потому что невозможно использовать разливочную линию без химикатов, чтобы вы просто понимали. Поэтому классический вкусный шоколад, он делается всегда ограниченными партиями. Шоколад «Амурский бульвар» в ноябре представят на выставке «Форуме Россия», который пройдет в Москве. Москвичи и гости форума познакомятся и с другой пищевой продукцией, которая производится в крае. Продукция, представленная на «Форуме Россия», планируется уникальная, которая делается только в Хабаровском крае, которая маркируется Хабаровским краем, которая характеризует Хабаровский край, ну и имеет высокие качественные показатели. В месяц предприятие «Амурский бульвар» при полной загрузке выпускает до 1,5 тонн шоколада. Есть планы расширить ассортимент, но качество продукции, по словам производителей, останется в приоритете. Арина Солдатенкова, Виктор Казаров. Для большого города.